что, все собрались. Идем на вечернюю прогулку. Пошли. Вот любят гулять. Мы с ними до дубов ходим. Ну, когда как. Можем и в другую сторону пойти. Олень! Олень, догоняй! А то без тебя уйдем. Мягенький, тебя забили, да? Сирень начинает цвести, а пахнет здесь как. Ой! Супер! Не, завтра еще рано сирень собирать. Чуть-чуть попозже. А вот каштан уже пора. Уже цветочки есть. Надо же. Упустил я. Хотя не, еще не упустил. Так, завтра каштан. Срочно собирать. Это лекарство хорошее. Вот эти цветочки из каштана. Надо в бутылочку засовывать, да, а потом спиртиком залить, не водкой, спиртом. И если там колени болят или там вены болят, бывает такая штука. Помазал, вроде бы отпускает, даже как-то интересно, но если будешь каждый день мазать, вообще не будет действовать. Ну там раз в неделю помазал и хватит. Вот тут яблоня маленькая. Тоже зацветает. Ой, как сильно цветет. И орех. Грецкий орех. Вот какие висюльки бросил. Цветочки свои. О, какие интересные. Ну что, все поспеваем за мной. Скороходом. Что там, что там, что там? Ну, пошли куда? Туда, к дубам идем. Ну все, прошлись уже. Давайте обратно пойдем. Может, в другую сходим в сторону. Что-то там в поле ищет. Кроты, мышки. Пошли! Сейчас идем в другую сторону. Там я подорожник собираю. Посмотрим. Какие там уже листочки. Хотя, вон, по полю судить. Что-то пшеничка не растет. Дождиков мало, очень мало дождиков. Ну, ничего. Может быть, воскресенье будет. Опять обещают. Может быть, будет. Вон, небо какое. Дождик давай лей. Ну, все догоняйте. Мягенький. Олень ты мой, олень. Опа. По-моему, это черешенька. Маленькое дерево. Надо выкопать. Что-то подорожника не видать. А, не, вот он. Ну, малый, малый еще. Еще не совсем, тут очень много бывает подорожника по этой дороге. Да, еще маленький. Ну ничего, подрастет после дождичка. О, солнышко выглянуло. Ха-ха! Классно. Ветра вообще нету. Ну что, мягенький? Папа Саша летает, летает. Не идите туда.
Вот пошел другой стороной. Олень только со мной остался. Эти побежали бобров ловить. Они выходят иногда. Олень, ты со мной или нет? Или тоже на бобров? Папа Саша! О, бежит папа Саша. Хватит там бобров ловить. Ну что, папа Саша присоединился к нашей группе. А мягенького не видать, пока он добежит. Ножки короткие. О, как хорошо по пшеничному полю идти. Вот там мой хутор. Тоже подходим к границе. А земля-то на поле. Пустыня Сахара. Ужас, как все тут засохло. С чего так зеленое все? Да. Хотя уже комары появились. О, мягенький догоняет нас. Ну что, мягенький, как там бобры? Пришли к пруду. Вот любят почему-то собаки по самый живот заходить в воду. И только там пьют. Но пруд зарастает сильно. Ай-яй-яй. Собаки пошли туда. Значит, кто-то там есть. А, заходят в воду. Ну ладно. Они там по камышам. О, пошли искать что-то. Или купаются они так непонятно, но приходят мокрющие-мокрющие. Ну что, прогулка завершена. Это у нас каждый вечер такая прогулочка. Бывает, что только до дубов. А бывает, вот такой кружочек делаем. Ой, все цветет, все цветет. Черемуха еще даже цветет. Вот такая была прогулочка. Это все. Пока, до завтра.